Да, я не знаю, сложно сказать, там, кто за кем там стоит и чем это тоже все кончится. Но это, ну, это такие чужие игры высокопоставленных людей, только и всего. Но проворовался там где-то чувак. Его взяли, потому что это Саркози, а кто-то проворовался еще не Саркози. Но там как-то и не стали даже ничего расследовать. Но это обычное дело. Тут, мне кажется, главное шумиху поднять.